Друзья, всем привет! Мы находимся на берегу Финского залива. Сегодня 20 июня, и сегодня ребята пробегут 20 километров, а я проеду на велосипеде 21. На своем скрипучем. 21? Ну, конечно. Все, тогда погнали? Погнали. Ребята неудержимые, даже не удалось им дать старт. Все врубили свои гаджеты и понеслись в сторону Репино, чтобы пробежать свои 21 километр. Ну, а я попробую на своем скрипучем лясе их догнать. Километров уже пройдено. В начале ласкового пляжа, в солнечном, уже солнце почти зашло. Ребята чувствуют себя отлично, музончик у них играет что надо. В общем, отдыхаем, белые ночи, тепло, Санкт-Петербург. Все, ребята погнали обратно в Сестрорецк. Точка 10,5 километров. Все, половина пройдена, остается дело за малым. Десяточка зашла. Вообще отлично, шикарно. Надо... Хочется уже на залив. Но через 5 километров уже будет, да, залив красиво, закат. В общем, отпускаю ребят, пусть бегут, они уже убегают на Финский залив, им остается совсем чуть-чуть по километражу, а я подожду на повороте Светлану, чтобы она не потерялась, чтобы наставить ее на путь истинный, и пусть она уже добегает свои километры. На пляже Дубковском в Сестрорецке, где каждый год проходит пробег песчаные дюны. К сожалению, в этом году их не будет, но надеемся, что в следующем все будет отлично.
Ребята добегают. Ваня уже финишировал. Вот они двое. И еще позади Света. Всех догоняют. Встречаю на финиш. Давай, давай, финиш. Давай. О, с улыбкой, да, с улыбкой вижу, да. Поздравляю, ну как она? Нифига ты там это, ты водой обливался или вспотел? Видно, бежал, работал. Красавчик, дай пять. Угла варил. Это полумарафон с дивана называется? Да, да. Ну почти с дивана. Ладно, что за забег у нас сегодня был? Забег до угла у Орла. Сделаем ежеквартальный. Каждые 3 месяца будем бегать, либо полумарафон, либо марафон. Да, по-моему, пора начинать каждый день. Нет, чтобы добраться до ультрамарафона. У нас же общество здоровых людей, а не спортсменов. Ну, в принципе, тоже верно. Мы просто будем бегать все вместе, заниматься боксом, футболом. В общем, спортом. Спортом и историей. И короче, до хера чем. Давай. У тебя неправильные часы. Ну что, Night White Trail закрыли? Да. 21 вышел, да? Да. Ну как тебе впечатления? Вообще огонь. Как всегда, самый романтичный забег. По пляжу, на закате, там уже рассвет начинается. Чистый воздух. Белые ночи. Верные друзья рядом. Самая короткая ночь в году. Что может быть лучше? А и, кстати, дистанция любимая, 21 километр. Да, ребяточки, это было круто. Я смотрю, ты первый финишировал, да? Да, я первый. Уже переоделся, да? Здесь так красиво, я перестаю дышать, звуки на минимум. Друзья, это был 21 километр, все вроде добежали, все отлично. Супер вечер, супер суббота, в общем, всем привет.